Всем привет, ребят. Ну что, настало время прокачки героев под архидемона, потому что у меня скоро на английском сервере уже будет архи, и, соответственно, тут видите по 10%, то есть завтра он же, думаю, завтра, послезавтра он будет, поэтому я решил прокачать героев под архи некоторых. Некоторых я уже прокачал. Сегодня у нас будет вот такой вот укротитель. Герой очень интересный, в свое время, когда вышел, был очень популярен, нестандартный он был, потому что, насколько я помню, он один, если не ошибаюсь, один из первых, кто призывал с собой дополнительно питомца в бой, то есть он, по-моему, был одним из первых. Он понижает деф укротитель своему гризли, а гризли понижает, точнее усиливает защиту ему также дополнительно. Он сам укротитель увеличивает получаемый урон героем, которого атакует. Как видите, реально кайфовый герой. Также гризли имеет ТУшку встроенную, то есть для архидемона самая топовая сборочка это такая была с замедлением. Единственное, я буду теперь тестировать еще дополнительно замедление талантом и рунами раскол и раскол и замедление рунами. То есть такие у нас тесты будут. Для начальных аккаунтов герой очень интересный. Можно использовать даже на подземках. Давайте сейчас забежим в подземку. Покажу его умение, как оно действует. Зональная атака у него идет. То есть все, скажем так, очень-очень интересно. Но для тыковки оно иногда мешает. Сейчас увидите, у нас смотрителя нет. Ай-яй-яй, его сейчас просто вынесут. Он не успеет активироваться второй раз или успеет. Удал деф, да, видите. Если сравнивать с теми героями, которых я вам показывал на этой подземке, он, конечно, немножко ватный. Так, сейчас мы поставим сюда ему ангела. У него также добавляет ему шанс крита, то есть он и критует чаще. Ну, в общем, очень офигенный герой для архидемона. В остальных локациях, честно говоря, он уже не особо заходит, потому что его время прошло. Единственное, что его еще берут на архи. Вот так вот попробуем. Должно быть получше. Вот его гризли мишка такой вот бегает вместе с ним. Сейчас вы видите его умение, если он, конечно, опять же выживет. Вот так вот действует его умение. Как видите, он станется. Мишка вот именно станет офигенно, когда бьет. То есть тяжелый удар 8. Ну вот его просто выносит. Для PvP локации, честно говоря, он не особо заходит. Также у него есть прокачка на 12 скилл, там улучшаются его базовые статы и плюс улучшается сам скилл. Почему именно замедление на архидемона, объясняю для новичков, тех, кто не знает, замедление дополнительно, когда активируется, наносит дополнительный урон, точно так же тяжелый удар. То есть если на архидемона вы хотите выходить в топ, вам надо на сегодня ставить замедление, не знаю, по поводу ТУ, ой, не ТУ, а расколы, это будет тест скоро у нас на всех серваках, тогда уже будет понятно, что же все-таки лучше, потому что есть разница и в уроне рунами, и разница в срабатывании, ну, в общем, очень много разных вариантов и факторов, и шансы очень разные. Так, такая вот у нас сборочка, поехали, сделаем ему эволюцию и сделаем аугментацию. Что по чарам? Он ближнего боя, в принципе, ему лучше всего на архидемона это либо пиромага, либо ассасина ставить. То есть они дополнительно будут появляться, еще считайте, у вас плюс один герой будет. А по созвездиям лучше всего ставить ему крит. То есть шанс крита, чтобы больше был, либо можно и крит урон даже немножко поставить. Так, давайте сейчас проапгрейдим его, чтобы больше было, так как у нас сейчас нету артов, вы будете его использовать только в основном. А так у смысла даже нету на архидемоне. Ну, возможно, кто-то с новичков на подземках
принципе, в роли танка тоже неплохо, когда будет, особенно под хил. Ну, видите, уклонение падает. Падает все, что хочешь, но не то, что нам надо. Вот, наконец-то, крит. Я сторонник, чем побольше крита, чтобы герои очень часто критовали. Плюс 12 скиллы, и они будут намного круче смотреться. Так. Так, еще один крит, отлично. Вот крит урон можно оставить. Так, ну точности нам пока на архидемона не особо нужны. Крит сопротивления. Иногда его в роли танка на архидемоне выпускали, так как у него за счет его питомца понижается получаемый урон, соответственно. Он может хорошо танчить. Не хотят нам пятерку дать. Отлично. Вот такая вот сборочка у нас на архе получилась. Давайте посмотрим, что у него со звездиями будет. Так, у нас 13 коробок. Поехали. Передача энергии. Доспех. Сейчас посмотрим, может, кому-то доспех поставим. Потом у меня за героя есть. Так, мохнатка у нас на топчике. Повелитель бури как вариант доспех. Седна тоже как вариант. Так, 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 так. Можно и сюда доспех. Рино, 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 Рино. Давайте на Рино поставим. Так, поехали дальше. Вот. В принципе, ассасин как вариант для него неплохо будет смотреться, так как он ближний, к нему далеко убежать надо будет. Есть, отлично. Сейчас подфармим немножко золота. Прокачаем его уже на максималку. Ну и потом, соответственно, нам надо будет еще добить ему 12 скилл. Ну, не сейчас, а потом я уже отдельно откачаю. Вроде герои у меня уже плюс-минус дособирались. Так, отлично. Как хорошо, когда у тебя изобилие ресурсов. Ты не паришься. Все, что надо, качаешь, перекачиваешь. Так, 5 миллионов нам надо набить. Жесть просто. Нравится мне, когда Минотавр так себя убивает. Так, надо чуть-чуть прокачивать еще дополнительно просветы на героях, а то я так буду его полгода качать, уже, честно говоря, надоело на этой силе сидеть. Надо на 400к выходить по выходным уже. Почему именно он? Есть другие вроде герои на усиление. Во-первых, потому что у него вылазит, получается, этот гризли как один дополнительный герой. Также вот эти его ТУшки встроенные тоже офигенно заходят. То есть два героя, плюс у него крит есть.
То есть вариантов очень много. Так, давайте ему десятку вкачаем. Он как бедный родственник. Качаем называется. Так. Я думаю, вы уже многие, кто интересуется героями, видели кучу видосов, где именно на архидемона берут этого героя. Многие, может, и не видели. Так, окей. Добиваем его до максимума. И потестим сейчас. Ради интереса, так, по локациям. Так, окей. Делаем апгрейдик. Силушка по чуть-чуть у нас растет. Ну, с такими ресурсами, в принципе, это неудивительно. Вот видите, он с рыбочкой включается, очень неплохо смотрится. Так, окей, поехали, делаем дальше. Так. Так, нам осталось немножко золота дофармить. И, в принципе, он у нас уже будет собран под архидемона. Единственное, надо будет потом еще пятерки ему чарами выбить. Нужные. Возможно, когда-то у нас снимут ограничения, тогда, возможно, у нас какие-то другие будут герои на эту локацию. Так. Вот задально красиво, конечно, он бьет. Тут вопросов просто нет. Так, окей, переводим. Есть. Вот он у нас на максималочке. Что мы имеем? 172 тысячи силы, 7 тысяч атаки, видите, немного. Скорость атаки тоже небольшая. Но основное, почему именно такой герой, я вам уже рассказал. Поехали, теперь посмотрим опять же его на той же самой подземке. Он у нас уже более такой, скажем, прокачанный. Единственное, как видите, стан его... Вот еще плюс ассасин, видите, он уже более резвый. Единственное, конечно, он в любом случае будет проседать даже со своими дефами, так как у него замедление. Ну, гризли атакуют, пока держится. Если, конечно, сравнивать с тем же самым паладином, либо гаргулом, это, конечно, небо и земля. Вот. На PvP локациях смысла особо вам его показывать нет. Давайте пойдем в экспедицию. Скина на него еще нет. Вот так вот, поехали. Покажу вам здесь его, посмотрите на урон. Как видите, он автопроком активируется, то есть автоматом. Ну, тут, как видите, тут больше урона наносит смотритель, чем он сам. Так. Ну, давайте сейчас дерево активируем. Сейчас Купидончика выпустим, Атланта. Пределил. А тут у нас будет профессор Рибет. Вот так вот выпустим. А, и у нас там дерево без ремки. Вот я, ну, резнуть называется захотел. 52%. Ладно, это такое. В общем, такой вот, ребят, герой, уже видите его на архидемоне. Участвуйте в конкурсах, ссылочка в описании. Лупим лайки, репостики, все дела. Всем удачи, всем пока.